Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о сигаретах Davido Gold в формате Super Slims. Это, можно сказать, новинка, они недавно появились на рынке. И это именно нелегальный вариант, то есть без акцизы, сделанный под Европу. Хотя в Европе уже, конечно, они так не выглядят. Ну, собственно, пачка по формату такая же, как у нас акцизная версия, да, то есть это слим обычный, ну, такая пачка не плоская, скажем так, а вот такая, видите, уже. Значит, тут у нас Давидов выбито, и поверхность у пачки, вот где пупырышки вот эти, не знаю, ну, видно их там или нет, они, вот здесь должно быть видно, они тоже как бы, ну, их можно прощупать. Можно прощупать. Сверху вот здесь Давидов также выбито. Я хочу сказать, что пачка сделана реально качественно. И она по качеству не уступает той, которая на акцизном рынке. У нас здесь имеется штрих-код Германии, а по показателям, как видите, 0,6 мг никотина и 7 смолы. Ну и написано, что якобы для duty-free. Здесь у нас предупреждение о вреде курения, и там значок, мол, выбрасывай в мусорку пачку. Снизу у нас присутствует этот QR-код и, я так понимаю, номер партии или что-то такое. Даты у нас здесь нет, ну и, разумеется, стоимости сигарет также. Внутри соответствующим образом оно выглядит все. Бумага здесь сделана как у нашего акцизного варианта. Я, правда, не курил акцизный вариант именно Slim Gold, но вы помните, у меня есть обзор на толстые сигареты, поэтому как бы... Хотя там была Slim версия, и чтобы вы понимали, вот эта пачка стоит 70 рублей, а рядом в магазине, где я их брал, вот рядом с ними стояли наши акцизные сигареты, которые этот, делает, как его, в Волгограде, да, Imperial Tobacco. И он стоит что-то около 200 рублей, я не помню, 100 чем-то. Вы представляете себе? То есть тут разница почти в 3 раза. Вот. Сигарета выглядит следующим образом. Я не знаю, как выглядит Slim, но у King Size версии акцизной у нее, во-первых, полос нет на бумаге колец. И название написано на самой бумаге, а не на фильтре. Я не знаю, как выглядит акцизная версия, повторюсь. Поэтому напишите мне в комментариях, если вы курили их. Я просто не вижу смысла 200 рублей платить за Slim сигареты, меня извините. Здесь одно кольцо перфорации, никаких мундштуков нет, фильтр очень плотный, по набивке. Ну, набивка вот такая где-то, дальше она лопнет. Ну, обычная такая набивка. Слегка сладковатый табачный аромат в незажженном виде. Соусов лично я не ощущаю. Ну, попытаюсь их сравнить с сигаретами King Size версии, хотя... Не знаю. Ну, посмотрим, будет ли у них общее или нет. Вот. А также сравним их, например, с парламентом нелегальным, который я тоже обозревал, думаю, вы видели обзор. Тоже, который стоит там рублей 70. С ним также сравним. Ну и вспомним какие-нибудь другие акцизные сигареты. Потому что, друзья, эти сигареты оказались очень-очень даже годными, к моему удивлению. Касаемо того, где их делают, я точно не знаю. Скорее всего, это КАМАЗ, наверное. Ну, да, то есть на Донбассе их печатают, наверное. Во-первых, запах дыма. Насыщенный табачный аромат. Здесь нет никаких зефирок, непонятных жженых тряпок, как было это присуще классическому Давидову еще лет 6 назад, я помню. То есть этого всего здесь нет. Здесь четкий табачный аромат. Такой... Блин, ну... Ну вот реально душистый аромат. Я в последнее время, вот все сигареты, которые я курил в формате, если помните, там Омега была... Что там еще было, не помню. АБ там, ну тот же парламент, например. Они все неплохие, но, ну кроме разве что АБ. Но вот такого запаха, как здесь, они не дают. То есть здесь реально табак. Я раскрывал сигарету, внутри нет невосстановленного табака. И жилы, ну я одну только вскрывал.
жил там, не было так же. Причем нарезка, хочу сказать, довольно крупная для Слима. Вот так вот. Проходят они очень мягко. Никаких нет ни ударов, ни резости, вообще ничего такого. По крепости 0,6 миллиграмм заявлено. Ну, примерно, да, где-то так и есть. То есть, ну, это все-таки слим, сами понимаете. Слимами накуриваться сложно тем людям, которые привыкли курить крепкие сигареты, ну, и в другом формате, да. Вот. Но я хочу сказать, что крепость нормальная, в принципе. Это не воздух какой-то. Здесь реально твердый 0,6 миллиграмм. Далее, вкус. Вкус также насыщенный, и в нем есть сливочность. И вот этот момент присущ нашему голдовскому Давидову, ну, который в формате King Size идет. Так что они не только внешне скопировали, но они, в принципе, и мешку как-то подобрали. Причем я не могу сказать, что это соусирование какое-то. Ну, реально, соусов никаких не чувствую. Давайте вот через нос его пропустим. Я имею в виду химозы. Химозы. Соусы, может быть, для чуть-чуть, чтобы вкус, вот эта сливочность, может быть, что-то и добавили. Вот. Но, например, в аромате дыма чистый табак, и все, я больше ничего не чувствую. При этом она курится, как вы видите, тлеет довольно долго. И вот эта пачка лежит у меня уже недели две. Ну, просто я обзор. Так как много всего, обзор только сейчас дошел. Дошел я до того, чтобы снять обзор на них. И я хочу сказать, что они вообще никак не выдохлись. Абсолютно. Вот какими они были свежими, я их помню прекрасно, такими они до сих пор и остаются. Хотя даже не 2 недели, даже уже больше прошло с того момента, как я их вскрыл. Так что вот так. И всего лишь 70 рублей они стоят. Но я хочу сказать, что это из нелегальных сигарет Super Slim формата, это лучшие сигареты, ну, для меня лично, субъективно. Вот эти сигареты лучше всех, лучше, чем Парламент, вот тот, тоже, наверное, Камазовский, лучше, чем Омега там и прочее. Единственное, тут вот на фильтре Давидов надпись, она немного размытая такая, видите? Ну, не совсем четко она прописана, как, например, на акцизном варианте. Вот, а так, в целом она очень аккуратно, ровно склеена, все швы, они очень ровные. Ну и пачка довольно-таки, как я уже сказал, она, во-первых, качественно выполнена, и она, ну вот за 2 недели, как видите, хотя их носил, она вообще не развалилась никак. Вот так. Спасибо всем за внимание и всем пока.